Эй, что ты здесь делаешь? Старую шахту залило водой, и она обрушилась. Хорошая шутка. Все маги огня мертвы. Их убил Гомес. И что с того? Что ты хочешь? Возле старого лагеря я встретил Диего и Мильтона. Они хотят встретиться с тобой там же, где и всегда. Я останусь здесь и буду изучать старые книги. Я не понимаю. Господин Юберион однажды сказал: невежда передвигает предметы руками, а мастер — силой своего духа. Ладно, ладно, я понял. Я лучше пойду. Береги себя. Это точно не моя проблема. Больше этого не случится. Я не хочу в этом ляпнуть. Это точно не моя проблема. Может быть. Ты должен следить за тем, что... Если ты думаешь... Если ты думаешь... Thank you.
Я рад, что ты вернулся. Случилось нечто ужасное. Дай-ка я угадаю. На свободную шахту напали стражники из старого лагеря. Никто не видел, откуда они появились. Постой. Как? Ну, конечно, ты узнал об этом еще в старом лагере. Горн прибыл сюда незадолго до тебя. Что заставило Гомеза пойти на столь агрессивный шаг? Он должен отдавать себе отчет в том, что этот гнусный поступок станет причиной войны. Старую шахту залило водой, и она обрушилась. Обрушилась. Конечно же. Это проясняет дело. Мы загнали Гомеза в угол, и теперь он опаснее, чем когда бы то ни было. Ему нечего терять, и он пойдет на все. Гомез расправился с магами огня. Убил их? Но во имя Бельджара зачем ему это понадобилось? Они выступили против нападения на свободную шахту, против Гомеза. Тогда все мы обречены. Без этих шестерых магов мы не сможем контролировать магическую силу при взрыве Железной горы. Но, несмотря ни на что, я благодарю тебя за скорбную весть, которую ты, невзирая на опасность, принес в нашу обитель. За помощь вам меня изгнали из старого лагеря. Ты больше не принадлежишь к старому лагерю? Тогда добро пожаловать к нам. Означает ли это, что теперь я принадлежу к гильдии магов воды? Пока еще нет. Прежде ты должен принести клятву воде. Но я уже приносил клятву огню. Это не значит, что ты должен нарушить старый обет. Я не понимаю. Твой обет просто расширится, и ты станешь магом сразу двух стихий. Тебе будут подвластны и сила огня, и мудрость воды. Я готов принести клятву. Верный служитель огня, отныне ты получишь благословение воды. Повторяй за мной слова клятвы. Мощью богов я клянусь. Мощью богов я клянусь. И силой священной воды. И силой священной воды. Что знания мои и поступки мои с этого дня и во веки веков будут едины с водой. Что знания мои и поступки мои с этого дня и во веки веков будут едины с водой. До тех пор, пока тело мое не вернется в чертоги Бельджара и не иссякнет источник моей жизни. До тех пор, пока тело мое не вернется в чертоги Бельджара и не иссякнет источник моей жизни. Этой клятвой ты объединил в себе силу огня и благословение воды. Ты связал воедино две противоположности. Так пусть же жизнь твоя послужит знаком объединения стихий. Носи это облачение в знак связи со священной водой и Адоносом. Привет! Что происходит в свободной шахте? После того, как я вернулся с монастырских руин, я захотел заглянуть к Акилу, хозяину свободной шахты. Но там я нашел только трупы. Я видел, как стражники строят укрепление неподалеку от входа в шахту. Как могли два десятка стражников справиться со всеми наемниками? Это похоже на засаду. Никто не ожидал атаки со стороны гор. Ты же знаешь, внезапность увеличивает силу нападающих. Что ты теперь собираешься делать? Придется пересмотреть всю нашу систему обороны. На это потребуется время. До тех пор, пока не подтянется Ли со своими ребятами, я присоединюсь к отряду Корда. Не собираетесь в контратаку? Пока еще нет. Но дай срок. Если я тебе зачем-то понадоблюсь, иди отсюда по направлению к шахте. Я буду там, на страже. Привет!
Возле старого лагеря я встретил Диего и Мильтона. Хорошие новости! Они хотят встретиться с тобой и с Лестером. Там же, где и всегда. Спасибо. В наши времена нет ничего ценнее друзей. Ты уже почти стал одним из нас. На тебя можно положиться. Увидимся. Приветствую. Во имя магии! Ты будешь моим наставником? Есть еще один круг, до сих пор не пройденный тобою. Мы приступим, как только ты будешь готов. Я готов вступить в пятый круг. Да будет так! Я открою тебе истинный смысл пятого круга. Огненный шторм и ледяная волна. Так называются руны, магии которых отныне подвластна тебе, как и способность истреблять нежить. Теперь ты научился всему, что знаю я сам. Познай предел своих возможностей, и ты познаешь свою истинную силу. Ничего нового. Приветствую. Во имя магии! Я хочу носить облачение высших магов воды. Время пришло. Ты достоин носить облачение высших магов воды. Отправляя меня к магам огня, ты упомянул кое-кого. Ну, я надеялся, что мы справимся и без его помощи. Но судя по тому, как развиваются события... Кто он? Хорошо, хорошо. Много, много лет назад. Нельзя ли подсократить историю, а? Терпение. Итак, когда все мы, 12 магов, создавали магический барьер, наша сила направлялась и контролировалась 13-м. 13-й маг? Я думал, у вас была только дюжина. Большинство из тех, кто не застал основание колонии, думают точно так же. 13-й маг руководил нами. И было это еще до того, как мы разделились на круги огня и воды. Но он покинул старый лагерь, который когда-то был единственным лагерем в колонии. Как зовут этого 13-го мага? Его имя Ксардос. Едва ли сейчас кто-нибудь помнит о нем. А те, кто помнит, называют его не иначе, как некромантом. Почему он покинул старый лагерь? Он начал изучать магию, позволяющую призывать магических существ, нежить. Гомес был не единственным из тех, кто начал беспокоиться. Большинство магов выступило против Ксардоса и его нечестивых экспериментов. И что было потом? В отличие от мясника Гомеза, Ксардос решил избежать конфликта и просто ушел. Где этот маг теперь? Он живет в уединении в своей башне посреди земель орков. Она находится в самой южной части колонии. Я отправлюсь к Ксардосу и попрошу его о помощи. Он единственный, кто теперь может нам помочь. Но если он не знает способа или не захочет помогать нам... Захочет. Есть и другая проблема. Проблема? Да. За прошедшие годы мы несколько раз пытались связаться с Ксардосом. Похоже, он не хочет, чтобы его беспокоили. Что это значит?
Никто из гонцов не вернулся из его башни. Тебе придется найти способ, как обмануть его созданий. Это должно быть забавно. Как пройти мимо этих тварей? Если бы я знал, то непременно сказал бы тебе. Советую тебе поискать ответ в нашей библиотеке. Быть может, в старых книгах есть упоминание о сильных и слабых сторонах существ, порожденных магией. Я перерою всю библиотеку, и не волнуйся, я вернусь. Надеюсь, ты вернешься целым и невредимым. Во имя магии! Ты оторвал меня от важных мыслей. Я рад, что ты теперь с нами. Покажи мне, что у тебя есть. Если ты ранен, что произошло? Сомневаюсь, что это когда-нибудь изменится. Ты не должен верить всему, что слышишь. Скорее всего, ты прав. Ты принял правильное решение присоединиться к магам воды. Добро пожаловать, брат. Это было не слишком умно. Что-то не... Я хочу увеличить силу своей магии. Я могу помочь тебе увеличить силу. Используй ее с умом. Я хочу овладеть магическими письменами. Не обязательно знать об этом. Скорее всего, ты прав. Это точно не моя проблема. Ты не должен верить всему, что слышишь. Если ты думаешь... Не хотел бы я оказаться на его месте. Я сомневаюсь, что это когда-нибудь... Давай поговорим о чем-нибудь еще. Не хотел бы я оказаться на его месте. Люди всегда болтают. Это было не слишком умно. Некоторых людей ничего не учат. Больше этого не случится. Были времена, когда все было совсем... Это было не слишком умно. Давай поговорим о чем-нибудь еще. Каждый раз времена, когда все было совсем по-другому. Больше этого не случится. Пока меня не... Это было не слишком умно. Если ты должен, назревает проблема. Держись. Если ты должен, не моя проблема. Похоже, назревает что-то не то в этой истории. Я думал, это выяснили еще очень давно. Каждый раз одна и та же история. Держись. Похоже, назревает... Люди всегда болтают. Держи это при себе. Ты не должен верить всему. Лучше ни на что не натыкаться. Каждый раз одна и та же... Я сомневаюсь, что это когда-нибудь изменится. Некоторых людей ничего не изменится. Были времена, все было совсем по-другому. Держи это при себе. Людям не обязательно знать об этом умно. Я не хочу в это ввязываться.
Ты должен следить. Были времена, все было совсем по-другому. Давай поговорим о чем-нибудь еще. История. Больше этого не случится. Каждый раз одна. Я думал, это выяснили еще очень давно. Давай поговорим о чем-нибудь еще. Люди всегда болтают. Покажи мне, что у тебя есть. Выбирай. Лучше ни на что не натыкаться. Люди всегда болтают. Не хотел бы я оказаться на его месте. Подозреваем проблему. Может быть... Эй, ты! Скорее всего, ты прав. Люди всегда болтают. Thank you.
Привет. Береги себя. Приветствую. Во имя магии! Увидимся.